Вот интересная логика у школьницы в дневнике поставить галочку. Лиза и Максим представляют Россию. То, что Лизе Арзамасовой тема Джульетты близка, я уже говорил, она в театре Станиславского играет Джульетту. А с точки зрения танцев, она справилась с образом Джульетты? Ну, очень трогательная, конечно, ей подходит эта роль. И замечательные у них поддержки были. Мне понравилась эта пара. Диана, вот четвертая пара закончила выступление. Общее впечатление от проекта? Ну, замечательно.